24 сентября президент Ильхам Алиев прибыл в Солянский район. Глава государства посетил возведенный в центре города Сальян памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдар Алиеву, возложил к нему цветы. Глава исполнительной власти Солянского района Севиндик Хатамов проинформировал главу государства о проводимой в последние годы в районе работе реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели Сальяна значительно улучшились. Построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной сфере.